Девочка моя, иди сюда. Американские акиты, бассинджи, хаски, алабаи. Уже 7 лет Татьяна занимается выведением и дрессировкой этих пород. Обученные ею домашние животные все чаще украшают местные собачьи выставки. Это когда заходишь в питомник, и алабаи начинают говорить: «О, мама пришла!» И все говорят: «Мама!» Вот, шепот по толпе, и надо сразу бежать и сразу всех проверять. Вот, все, я здесь. Вот. Говорят, они не ревнуют. Они очень ревнуют. Особенно, когда ты уделяешь им время, да, я же постоянно с ними, поэтому одному, если ты подошел к одному, надо тогда уже по справедливости обойти всех. Кстати, мало кто знает, что Таня профессиональная оперная певица. Но любовь к четырехногим друзьям оказалась сильнее, чем увлечение музыкой. Девушка с помощью курсов освоила теперь уже любимую профессию. Отказываешься там от прибыльных контрактов каких-то за рубежом, потому что ты понимаешь, что вот это твое, ты жить без этого не можешь. Ап, ну сделай ап, Доли, ап. Да, моя девочка. Жизненное увлечение, которое приносит деньги, доход какой-то. Но я скажу так, что первые 3 года я занималась этим бесплатно. Дрессировка, вот это все, то есть я опыт, для меня это было, скажем, ну настолько удовольствие, честно говоря, я готова была доплачивать за то, чтобы вот мне вот этот опыт давали. Сейчас в питомнике это порядка 20 породистых собак, и у каждой из них свой нрав. Шейлик, тоже, который мы привозили с России, она с такими бешеными глазами всегда смотрит на тебя. Давай, работать, вот, что, лежать, сидеть, стоять. Она за секунду делает все, только давай работать, вот сейчас. Она очень четко работает. Долли, она такая, дама, аристократичная, я тебе сделаю, конечно, но если мы поцелуемся, если то, если все. Для дрессировки одной собаки требуется до 3 месяца кропотливого труда. Но обучение зависит от характера животного и породы. В этом плане милые хаски приходятся самыми капризными. Это хаски, они захотели, сделали, захотели, не сделали. Конечно, если бы здесь, например, мой немец лежал, он бы сделал совершенно все по-иному. Раз сказали лежать так, значит, он будет лежать так, как сказали. Кружок, молодец, кружок, супер, молодец. А пойдем сюда. Эй, змейка, хорошо, змейка, да. Открыть большой фитнес-зал для обучения собак – это огромная мечта Татьяны, пока неосуществима. На самом деле в Кыргызстане кинолог – это маловостребованная профессия. Денег, которые удается заработать, хватает только на содержание любимых питомцев. Джазгули Гимбердиева, Айбек Кулчуманов, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек.